Друзья, всем привет! Сегодня в нашем обзоре мы рассмотрим, как заменить аккумуляторную батарею в данном бесперебойнике Aipon. Смотрите, в чем проблема. Сегодня был скачок напряжения, вот, и, соответственно, после скачка напряжения он перестал включаться. Сейчас он розетку. Соответственно, розетку я воткнул, нажимаю кнопку включения, даже без кнопки включения, слышите, как он шумит. А вот, и здесь проблема, соответственно, в том, что он не включается, вот, и, соответственно, не дает питание на остальные. Дает питание на остальные комплектующие, которые подключены к данному бесперебойнику. И сейчас мы просмотрим, как заменить данную батарею. Батарея новая, вот она стоит, мы сейчас ее поставим сюда. Модель бесперебойника Aipon Back Basic 650. Вот, если у вас такой же бесперебойник или примерно такой же, да, в принципе, батареи меняются практически одинаково. И чтобы нам заменить батарею, соответственно, его нужно вот так вот перевернуть. Вот, и мы видим здесь вот раз, два, три и четыре. Открутить 4 болта, соответственно, крышка у нас откроется, и мы там сможем заменить батарею. Сейчас я откручу крышку и покажу, как заменить данную батарею в бесперебойнике. Соответственно, откручиваем данные шурупы, которые там есть. Шурупы здесь крестовые, соответственно, вот такая вот отвертка. Такая отвертка сюда подходит, крестовая. После того, как мы открутили все болты у данного бесперебойника, соответственно, нам нужно снять вот эту крышку. Она здесь просто поднимается. Просто поднимается, вот она батарея. Соответственно, мы сейчас с вами уберем данные провода. Ну и просто подключим ту батарею сюда. Ну и, соответственно, нужно еще открутить два болта, которые находятся здесь у нас, держат для держателя батареи. Держатель мы с вами открутили, соответственно, мы его можем здесь просто так вот поднять, положить сюда. Ну и здесь, в принципе, достаем клеммы. Одну клемму достали, черную, и красную достаем, плюсовую клемму. И поднимаем саму батарею, то есть она здесь поднимается, меняется очень легко. Данная батарея немножко взбухла, вот, возможно, проблема была в этом. Достаем другую батарею, новую. Соответственно, здесь у нас стоят защитные клемки, мы их тоже снимаем. Ну и ставим сюда на место старой батареи. Поставили. Также подключили красную к красной, плюс к плюсу, соответственно, минус к минусу. Минус к минусу. Можно уже на этом этапе нажать кнопочку. Слышим, да? Зеленым загорелось. Вот и все. В принципе, наш бесперебойник заработал. Если вы услышали такой треск, то значит проблема в батарее. Сейчас мы все обратно соберем и поставим данный бесперебойник на место. Все, данный бесперебойник мы с вами собрали. Нажимаем опять кнопочку включения. Я его уже подключил к питанию. Все. Тресков нет, зеленая лампочка горит, и, соответственно, его теперь можно подключать уже, точнее, ставить на то место, где он стоял. На сегодня все, с вами был Алексей про IT, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите полезные обзоры на нашем канале. Всем удачи, всем пока-пока.